проекта. Поэтому, как я уже говорил в прошлый раз, мы относительно как бы не продвигаемся вплоть до основного материала, вещей недавно круги против, собственно, что-то пытаемся какие-то моменты выловить, там что-то настроить. А реально, как бы это, ну, как бы люди понимают, да, где эта тренировка, покажи мне, как сделать так, и все, пошел нафиг, я сам все это выучу. Правильно? Такого нет. Только все время что-то слушаем, что-то ищем, что-то находим, опять это разочаровываемся, что это где-то там напряженные, где-то не напряженные. Вот эти все вопросы, накопилась такая вот масса, я немножко это систематизирую и как бы выйду чуть позже, я думаю, как у нас, значит, это следующую неделю не будет, будет праздник. Поэтому в следующей неделе мы не будем собираться. То есть через две недели встретимся. Вот. Тогда уже будем это такой полномасштабный вариант проведения. Наш вопрос вот, касаемо форума, да, опять же, есть мой год, они 20 раз говорит, 30 раз говорит, но может на 70 раз кому-то. Значит, имеется в виду, что пока кто-то какой-то очередной раз другому не вобьет эту голову, в тот момент, когда есть этот механизм еще, знаешь, как этот, постучать там по голове, ну, как бы это зафиксировать, не просто вот, что-то рассказывать, да, а человек летает там, в облаках, а если ему в этот момент это, по голове, он это раз... Дошло. Дошло, да? Не дошло еще раз. Значит, я опять рассказываю, опять буф, вот пока ему 70 раз вот этого не сделаешь, условно говоря, так, ну, может быть, кому-то 100 раз. Выигла просто тело длиннее. Вот. Понимаете, да, когда вы тренируетесь, вы должны понимать, что одно дело вы это произнести на слова, другое дело, что вы каждый раз, кто работает на другого, он ему это каждый раз тыкает. Нужно это, иметь терпение, все равно тык. Можно злиться, можно еще что-то делать. Ну, это, но тыкать надо. Потому что это, мы как говорим о процессе обучения, да, говорит, один передается с руками. Ну что передается с руками? С руками передается такой момент, что человек в данный конкретный момент он реально чувствует, то, что мы не сказали, вот это так, а в данный момент ему тыкают, и он это дело изучает. Но это ничего не имеет общего с тупым вот, закрепощением, повторением каких-то вот, форм, гармоничным как бы, движением. Это тоже опять не является гармонией, когда два одновременно посчитали ритм и просто вот, от ума поворачиваются. Другое дело, когда слаженно поворачиваются, да, и одновременно как бы, это, друг друга слушая. Вот я немножко пример расскажу. Вот вы тренируете, допустим, заходит дыхание там, в четвертую точку, условно говоря, да? Потом будете тренировать заход это, в точку, я буду так называть, 3,5. Это вот между пупком и грудным, вот сюда, да, будете тренировать. Потом будете тренировать заходить в точку там, как бы 2, ну, там нижний. Пути понятны, да? Вроде бы. А есть такое понятие, когда человек там, оп, и сразу вниз заходит, да? Если человек тренирует сразу вниз, да, он ему говорит, неправильно ты делаешь. Почему? Потому что ты потерял это, все остальное. Ну как вот типичный же пример тоже, вот, будем говорить, 108-й, это сегодня я буду с вами, третье движение, которое никто не может понять, вот этот, помните, эффект? Бум-бум-бум. Все что-то здесь делают формально, думают, как ударить или как это держать, там, зацепиться. Но совершенно не то, что нужно это сделать. Все думают, как конечный результат получить. Промежуточный, не обращают внимания. Не отвел, получил. Там, не нужно, не сработал правильно, опять же, это, не выполнил задачу. Куда там двигаться? Ну что ж, тогда сразу человек говорит, вы сразу ударите, хоть будет это, что-то может быть получится. А принцип какой? Видите,
сразу погнали неправильно, да, допустим, сюда. А делать будет правильно надо так. И вот поэтому идет постепенность, да, вы в этот же четверку будете тренировать, да, это чуть-чуть, оп, набрали. Потом еще, и еще вдох, и еще вдох, и еще вдох, и еще вдох, и еще вдох. Потом также это второй. Вдох, прогнали. Еще вдох, прогнали. Вдох, прогнали. Третий также. Вдох постепенно. Перевели. А потом вы совмещаете, смотрите. Вдох, а здесь перевод. Улавливаете? Здесь еще вдох. Детально. А здесь пошел перевод, да? Значит, постепенно организуете что? Вот научились порцию прогонять. Еще порцию. Еще порцию. Ну, начинается одновременно. Да, сюда поступает, отсюда уже это пошло дальше. Это дальше, 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 дальше. И что, к чему пришли? Нормального напора во всем этом, на всем пути. Правильно? Уловили? Это все только метод тренировки дыхания, это все ерунда, на самом деле. Но можно было уже что, взять и нарушить этот процесс за счет того, что оп, сразу там, а здесь. Таких мелочей очень много. И вот я тоже там, например, говорю, там форму надо здесь сделать, вы сразу оп, здесь. Надо оттянуть сюда, все, здесь потеря. Или еще что, опять там. Локоть куда-то. Я сегодня смотрел, тоже там работал. Чуть что, бум, локоть. Ну зачем? И опять, здесь где-то есть возможность, можно чуть-чуть напомнить. Значит, забывает кисть. То есть пока не оттренируешь этот момент, будут какие-то вот эти направления, да, вот неправильные. Я еще раз говорю. Форма первая, вам нужно ее тренировать. 15, 20, 30 раз. Сколько вы тренируете? Некоторые спрашивают, сколько тренировать? Я говорю, пока произойдет. А что произойдет? Значит, что-то вы должны это понять. То есть, еще один, первый же принцип формы построен очень просто. Вот оттуда к себе и от себя. Вот он, весь построен. И даже при вот этих всех делах, все равно принцип находится вот. Вот так вот все собирается. И тело так, чтобы собираться, и это. Поэтому все вот эти провалы, там еще что-то. Видите, что я сделал? Это раз провал, я уже пошел куда-то. Вот. Это я пошел туда. Это не верно. Если я собираю форму на себя. Что такое здесь? Это, есть понятие по плоскостям, да? Вот после обозначено, мы не это. Как бы чувствительно тренируем вот это наполнение, куда оно должно быть. Где есть вращение, там, значит, мы тоже вот эту всю систему, вот эту шлангу тренируем. А как мы хотим здесь дыхание? Ну, то есть, аналогия, мы не достигнем результата, если не будет все вот это отстраиваться. Да? Я просто показал на примере дыхания, которое мы только еще начали там тренировать. Также на этих же самых моментах. Мы здесь тренируем. Потом все должно вместе соединяться, естественно. Нет такого. А? Вот простой пример. Помните это с ребрами? Кто сказал, что нельзя вообще ребра-то раздувать? Нет. Я не говорю, я говорю, что когда мы работаем в эту систему, вверх, мы работаем, раздувая грудную клетку, а ребра нам не нужны, вот эта система. Другое дело, смотрите, что получается, если мы, почему у вас ребра там, да, раздувается или еще что-то. Дело в том, что когда раздувают ребра и сажают эту нижнюю часть, это все вот закрепостили, у нас тут начинает уже работать. Вот. Как только вы раздули эти дела, вот, все, вы закрыли вот эту всю систему, она стала единой. Ей можно ломать там, что хочешь, сейчас ставлю и сломаю, понимаешь? Работает весь корпус, только у меня уже здесь талия свободна. Вот здесь все это, вот этот мощный удар, который даже там клубы, они не знают, когда это нужно так сделать, когда так. Вот когда не надо, и блокировать ничего не может. Поэтому получается,
Рука, ты не можешь подойти, ее нужно подвести, вот для этого ребра не нужны. А оно можно запереть эту тему. Вот тогда можно ей как хочешь вращаться. Можно опять расслабить и запереть, закрыть. Поэтому вы тренируете уже, плюс второе дело. И ребра куда еще? Это низ. Это центр как бы отсюда. Куда вверх, куда вниз. Еще переправление. Нижняя часть уже, когда ноги будут работать. Но мы все это отрабатываем движением. Движением учим, чтобы то же самое дыхание работало. То, что вы прорабатываете там, пока работаете с первым отделом, потом будете еще второе, третье, потом будете одновременно тренировать эти три отдела. Там. Будете вдох, сюда, сюда, отсюда сюда, отсюда сюда. И так до этой самой гонять. Потом здесь выдох. То есть это называется, думаю, кихом, система дыхания. И в общем-то, когда вторая форма идет, да, мы с ней будем вот разбираться, второй форме идет хихом, да, дыхание. То есть дыхание, которое еще не активизирует само понятие, там, ци или еще что-нибудь, это вот нулевой этап этого движения, где вы только учитесь бум, бум, бум. Но сначала вы учите форму, и форма, как бы, знаете, представьте, что если это, вот этот котел, он заработал, да, а трубы не готовы, ну, периферия. Там все эти реки, там еще что-нибудь. Значит, пока выполняя форму, да, мы тренируем вот эти все эти, ну, реки. Потом постепенно подключаем вот это тело. А первая форма, это гоняем псы. Мы уже тренируем сначала, опять же, периферию, но потом, помните, мы к чему переходим? Это сегодня мы будем с этим тренироваться. Мы переходим в то, что мы все это уже оттягиваем сюда. Но вот это-то мы не теряем. То есть это мы уже совмещаем с этой работой. Это мы подготовили. Теперь начинаем это дело тренировать, отсюда поддавать. Потом очень много работы тоже с телом. Мы тренируем наш отдел, где эта сила находится. Потом нужно отдел, который совмещает у нас силу, у нас находится на земле, давать надо куда-то направлять, не просто так двигаться. Вот куча мелких вопросов, вот таких тонких, да, буду переносить на после праздника. Тем более, что это еще взаимосвязано с тем, что мы здесь собираемся не просто вот, как бы, же не урок, ничего. Мы учимся так, что каждый из вас еще мог бы обучить другого. Ну, можно вообще свою группу завести и как там это говорится? Ну, знаете, как раньше говорится? Кто такой этот Энгельс? И кто такой Макс? Макс это пишет. А это кто такой Энгельс? Энгельс он физик. Ну, вместо того, что это, на основе вот этих пособие вы уже сможете вообще вести занятия даже. Ну вот как бы так вот. Ну там знакомым, друзьям, там еще что-то. Разъяснять эти моменты. Значит, нужно тогда понимать, подошел какой-то этап, так. Этап, когда мы не просто взяли кого-то там, потянули, потрясли, толкали. Мы должны начинать понимать эту гармонию постепенно. Да? Вот видите, в чем проблема? Проблема в том, что если вы начнете понимать гармонию тренировок человека, да, то вы начнете понимать в какой-то степени и стратегию боя, ну, с противником. Потому что сама система тренировок, вы можете человека тренировать так, что он загнется, можете тренировать так, что он ну, будет свести и пахнуть. Сейчас поймете, что дело. Есть такая вот система, как бы, не система, она существует в природе, это вот это пять элементов перетекания, знаете, можно двигаться. Смерть, жить. Да. По
по как бы зарождающему кругу. То есть, как говорится, отношения мамы, сына и так далее. Можно найти вот, по отрицательным переходам. По отрицательным переходам достаточно. Это 7 переходов, и человек загнулся. А стратегия боя такая же она будет. Это просто в 5 зверях мы будем более подробно. Проводите. Помните, мы еще на прошлой семинаре коснулись там этот там, камень, бумага, ножницы, это все из той же системы, если понимаете, соединение трех, вот как бы это, гагенты, это как бы треугольник, да? А знаете, что это звезда, она состоит из треугольников таких. Понятно, да? Представляете, есть это какое-то вот, геометрическое выражение, я не говорю, это именно. То есть в системе это известно, да? Каждый все равно есть это понятие этих систем граней треугольников. И на каждом любом участке может организоваться вот эта система как бы, камень, там, бумага, ножницы. Но камень, бумага, ножницы слишком это просто. А вот эта система 5 элементов, да, это перемещение, да? Ну, пытаемся распознать, что это такое. Ну, возьмем это свойство, да? Человека там сила, да? Там, быстрота, что там вообще, гибкость, там, какое-то балансирование, да. Ну, свойства просто начинаем выбирать, они, в общем-то, могут перетекать по нормальной системе, да, развития. Можно их загонять по системе это, как бы плохой. Ну, отрицательно. Это вы когда работаете друг с другом, когда все хорошо, гладко, и, как говорится, и любовь, и дружба, значит, в этот момент вы катитесь по вот, системе вот этой гармонии, которая связана с системой развития. Да? Когда вы это не попадаете в нее, значит, это, вы в данный момент как бы нападаете вот на такие вот моменты перехода. Вина может быть разная. Одна это значит тот, кто тренирует, он гоняет вас по звезде. Но, как скажем, он тренирует систему звезды, чтобы это, победить вас. Понимаете, да? С другой стороны, это тренинг, потому что у вас есть каждый момент вот, выход из состояния вот этой звезды. Это основано эта школа. Что вы вылазаете из любого ну, как бы, состояния. И вы тренируетесь, когда это, вас загоняют в систему вот этого неудобства. Для этого у вас есть вот эти как раз 5 элементов, определенные свойства, с помощью которых вы это регулируете вот эти процессы. И то идет тренировка. Поэтому не надо сейчас вот делать себе каких-то выводов. Меня тут убили, меня тут загнали, я вот что-то не получается. Значит, вот там этот нехороший человек, вообще мы тренируемся вот этими вещами и не понимаем, вот, что с нами может происходить в результате. Но вы знаете, да, что, вот, что есть вообще тренировка? Дать чуть-чуть больше нагрузки, чтобы вот, сактивизировать определенные силы. Да? Поэтому, конечно, всегда есть это понятие, которое вас выводит из равновесия. Да? Вот вы стоите, вам комфортно, вас выводит из равновесия, вы уже это, пытаетесь вернуться в него, вас отсюда выводит из равновесия, вы пытаетесь вернуться, это тоже тренировка идет. А если так идти, что ну, лучше вообще, чтобы меня никто не трогал, вот, ну, так вот. Правильно? Идеальное состояние. Так вот, значит, эти балансовые упражнения. Упражнения, связанные вот с лучами, со скоростью, с определенными это, вот, там, какими-то это, перетяжками, там, включением там, силы, включением определенных, скажем как бы, частей тела человека. Вот это все где-то начинаете подходить. Вот, этапу
изучение этого и будет использование этого в своих занятиях. Даже самый простой вариант это вот этого инь-я там и трех составляющих. Вы потянули, потом вы их расслабили, те же самые суставы, потом дали на них нагрузку, и нагрузку опять же плюс потянуть, ставить вместе с этой нагрузкой вы соединяете на своем теле, как сжатие, там, выдох, и при этом все это расслабление. Вот эта вся часть, она вроде уже какая-то вот небольшая там вот, загрузка. Я еще могу вам сказать, что есть очень простой способ, когда вы это, ну, для наблюдения, что происходит. Вот вы работаете, допустим, гибкие вещи, там вам очень здорово, там вы просто тащитесь друг от друга. Потом, в конце, допустим, тренировки, я говорю, задание 108. Вы 108 пробили, просто здорово. На следующий день пришли и не попадаете друг к другу. Можно сделать один вывод, самый простой. Мы работаем 108, мы нарушаем систему вот, вот этого липкого, то есть как бы система слуха становится хуже. Она не становится хуже, на самом деле. Мы просто гоним этот процесс улучшения. То есть, естественно, если в данный момент вы больше, что такое 108? 108 дает скорость включения тела. Потому что там есть какой-то там удар, какая-то форма. Форма позволяет, правильная форма позволяет избежать травм. Если вы правильно будете ее включать, то есть чем сильнее вам ее дубанули в этот момент, вы это напряглись, значит, что мы тренируем? В данный момент не, получается не тренируем непосредственно 108, лучше это, лучше мы делать не будем 108. Хотя мы ее тренируем. Но в этот момент мы потренировали что? Скорость реакции, включения и реальности чего-то. И тогда, когда мы встали с кем-то в результате этих очень усиленных ударов, перетягиваться, что у нас произошло? Мы резко скорость включения тренировали. Но это не факт, что мы оттренировали скорость слуха. Мы-то включились резко, но, может быть, баланс не прослушали и нас вынесли. Улавливаете, да? И в этом плане мы дальше продавливаем этот баланс, стараемся его продавить, чтобы человек вот это включение, все я уже сказал, сильным, а не, как это, не закрепощенным. Или, скажем, соответственно ему укоренение. Понимаете, да? Почему я говорю, там, вот, как здорово было бы, если бы гуляли, ходили бы, смотрели, как деревья растут, как там. И все понимали сами это. Не надо было бы ничего вам рассказывать. То есть это дерево, да, если оно может гнуться, с ним ничего не происходит. Но если оно, значит, это как бы очень сильное, то когда-то кто-то вырвет, да? Значит, в процессе вот этого дела главное, чтобы вы включили форму. Вплоть до самых вот этих моментов. Да, она гнется, она работает, но вы ее все это включили. Включили очень быструю форму. Они так, ну, пока наползали, и уже улетели сами свои формы. Вы потеряли. Но с другой стороны, она настолько у вас, что вы понятие вот этой гибкости все равно осталось, вы можете скоординировать. Не просто включились, включились, они стали этими, как это. Но часто после 108, я говорю, включение происходит быстро. Но оно за собой тянет, я просто хотел рассказать, это физическое закрепощение. Потому что пока что быстрое включение, но с понятием становится нужно это. Всему напрячься, потому что сейчас будет больно. Ну, хотя, видите, столько советов было, просто расслабьтесь, и будет больно. Все это вот, скажем, опять же, продавили, у вас вернулась эта система слуха. Поэтому весь этот процесс постепенно мы будем его определять, да, вот, учиться работать с человеком. Да. Когда у нас вот, есть, конечно, регулярность,
регулярные посещения, да, но все равно даже при регулярных посещениях при создании однородности группы, все равно есть индивидуумы, которые каждый вне тренировочное время занимается неизвестно чем. И приходит такой, какой он есть. Если он остается в процессе цикла тренировочного, да, вот, допустим, вчера он тренировался, позавчера тренировался, и мы его гоним по этой системе, его личной. И в сочетании с групповым эффектом. То есть он идет, и вот это идет перетекание, ну, то есть гармония, основанная там, на этих пяти элементах, 8 триграммах, на законе там, дня, соединение 3-4 направлений, 7 переходов. 7 переходов, запомните, это очень, конечно, важная вещь. Это позволяет как раз в процессе борьбы контролировать этого противника. Потому что вы можете выпускать по переходам положительным, а можете заставлять идти по отрицательным переходам. Вот это и есть борьба за владеть системой вот этих переходов. Отрицательный переход, это не значит, что у него сейчас там, инфаркт сразу случится. Ну и он может, если он захочет перейти на какое-то выгодное себе положение, он может вынужден совершить, допустим, отрицательный переход, уйти из-под вашего контроля. Это, кстати, касается и айкидо, и самого, да? Он может быть, совершить такое движение, когда он где-то сустав в опасном положении будет оказываться. Там, или тело совершит какой-то вариант, где энергия будет очень в таком неудобном варианте. Или, скажем, будет проходить такое положение, когда вы очень легко его поразите. Я потом как-то это буду более подробно говорить, особенно когда мы будем заниматься именно формой там, пяти зверей. И не то, что пяти зверей. Как там потом будем заниматься? Мы, в общем-то, уже занимаемся. То есть мы уже, когда в системе ведения, мы закладываем работы и змей, и леопард, и тигр, и журавль. И, в общем-то, сегодня мы коснемся очень много практики, которые относятся, в общем-то, к системе работы журавля. Пока просто оставляем потихоньку так, дракона и леопарда в стороне. Потому что сама техника работы леопарда, она, в общем-то, как бы скажем, травматична для того, ну, скажем, для правда, доверительной работы, она, в общем-то, травматична. И техника работы дракона, она тоже связана с работой энергетики. Сейчас не тот этап, чтобы этими двумя друзьями работать. Но постепенно еще есть такой момент. Что значит вообще вот эти системы? Есть, как говорится, люди, которые, ну, одного элемента, да, техника работы, они друг с другом хорошо работают. Есть, как бы, соседние элементы техники, и они тоже друг с другом вот. И есть системные элементы техники, противоположные, в результате которых, скажем, может нанесена быть травма или человек, который не может, ну, делайте что-то, он не понимает. Ему надо измениться, а он не понимает. Я про это говорю, что это там, еще раз стукнули, изменись, а он сумеет локоть, или там что-то такое делать. Он говорит, изменись, услышь. То есть это опять же относится чуть-чуть к той же системе ловли вот этих напряжений. То есть вы даете человеку работу, а он пытается ей противостоять, скажем, заведомо той системе, которая не может противостоять. То есть по системе 5 элементов. Но тем не менее, работа идет, значит, в чем тренировка? Он должен уйти от нее. И есть два ухода. Есть уход там, одного родственника, есть другого, что называется, который родственники, это, знаете, в 5 элементах есть система, близкие родственники, мама, сын, знаете, взаимоотношения, да? Знаете, такое понятие? Ну, придется, да, это как-то отдельно все это еще. Ну, 5 элементов, понимаете, у них есть взаимоотношения. 2 ближайших, это называется отношения мама-сын. То есть один порождает другое, понимаете? Вот. Это вот как раз вот система зарождения. Есть отрицательные, это вот так называемые отрицательные концы везде, отрицательные переходы. Это как мы называем дальние родственники, которые мешают нам.
И для вас это не очень удобно. Вот. Ну, мы этой темы отдельно все-таки коснемся. Но тем не менее, значит, вот эти вопросы постепенно начинают уже сейчас вылезать. И вы вынуждены будете учиться чему? Для меня, значит, когда там я вижу, там человек ходит, да, где я это контролирую. Потом, если даже мне не удается контролировать, ну, условно говоря, вот, у меня тоже есть там свои затылки, да, мы входим в руки. Что человек, когда входит в руки? Он понимает, на каком этапе находится другой. И самое главное, он начинает понимать, что ему сейчас нужно сделать. В хорошем смысле, не в плохом. В плохом вы тоже начинаете понимать, что ему можно сделать. Когда вы начинаете понимать, что вы можете сделать в плохом, да, в смысле, вы начинаете ему вот это вот давать прочувствовать, чтобы он это изменялся, начинал понимать вот эту часть. Это вот то, что касается вот тонкой углубленной работы. Но вы можете понимать, на каком этапе он находится и какой этап его гнать, ну, если это стоит задача тренировки, как это общий, да, ну, его тренинга. И есть, когда это поиск его слабостей. Вот здесь вы начинаете тоже этим работать, более, скажем, такой уже импровизационный ваш этот тренинг, когда начинаете искать, а вот здесь бум-бум попался, бум-бум-бум, быстро прошли, поняли, кто перед вами стоит. Я в смысле не кто это Петя Вася, а что вы себя представляете на данный момент, не в знаниях боевых искусств, а в своих возможностях. И как вы ему можете помочь что-то дать понять или направить по своему, вот, скажем, телу, как вы начинаете уже пользоваться, вы подстраиваете под него такого же родственника, такого же, то есть, чтобы был это один и тот же элемент. Потом с этого элемента можете сами, видоизменяя себя, какой-то элемент, предложить ему пойти с вами. Или, перейдя в какой-то элемент, подтолкнуть его, чтобы он это сдвинулся. Улавливаете, да? Некоторые, кто знает систему пяти элементов. Тогда, значит, это, я говорю, вот, сегодня технический разговор немножко. Понятно, да? Что ничего не понятно. Но это ничего страшного, потому что, в общем-то, сама система изучения построена так, что вы, в общем-то, через вот это движение постепенно должны вот это на внутреннем уровне овладеть вот этим понятием. Вы можете потом не знать, что такое там 5 элементов, что такое 20 элементов, а просто вот, я знаю, что это должно быть так. То есть как бы не загружать себя вот этой, ну, как вот этим словесным понятием. Подведем такой вот небольшой как бы этот резюме. Значит, те проблемы, которые сейчас вот у нас вылезают, они связаны с тем, что в основном мы как бы ушли, углубились во второй этап работы, где мы ищем у другого кучу его этих недостатков. Но система исправление этих недостатков, скажем, самим человеком, пока очень это слабое. В результате этого мы вытащили вот очень много вот этих моментов, связанных с неправильным вот, слухом там, тела, вот это с монтировкой, с этими напряжениями. И иначе мы очень хорошую тему подняли, на самом деле. Вот. Но за счет нее как бы отошли от какого-то там, ну, вот, планового продвижения. То, что называется, это, как все говорят, это изучение школы, чего там, техники там. Понимаете, да? Вот. Поэтому как бы вот эту глубину мы к ней вернемся. На каком этапе? Надо еще что-то дальше пройти. Потому что бывает так, что мы вот здесь углубились, роем, копаем там. Правильно, и в итоге достали чего-то. Ну, это зачем можно было бы доехать и вот отсюда? Даже тоже спуститься, да, на эту глубину. То есть мы сейчас очень хорошо прокопали, теперь какие-то моменты нужно опять же
продвинуть, ну, дать какой-то арсенал тренировочный, да, который позволит туда даже прийти, понимаете, да? Ну, смотрите, да? Естественно, первым пришли в процесс, да? Мы изучаем форму 108. Бам, бам. Если он не напрягается, он нормально работает, нормально там все это делает. И потом вот здесь я вожу вот эти элементы, ловлю напряжение. Что такое? Помните, я говорю, ловлю напряжение. Я поймал, значит, я вот так. Я поймал напряжение, значит, я вот так. Я поймал напряжение. Значит, там куда-то могу бить. Поймал. И здесь мы каждый раз вот это дело отрабатываем. Да? Вот мы нашли. Хоп, видите. И какой-то вот мы, где я это делал? Я в этот момент здесь напряг, а зачем это вот тело сделал? Да? Потом мы говорим, 108-я. Хорошо. Значит, вопрос. Вести? Зачем? Нет, тут наши самые любимые элементы. Здесь мы аннулировали, видите, все нормально же процесс. Что аннулировал? Вот здесь наполненность. Я не делал вот этого. Никакого там варианта. Полностью, если есть плоскость, я делаю и блок. Значит, если идет, я делаю блок. Я сопровождаю. Что здесь? Представьте, я еще раз говорю. Второй этап, очень важный. Вот очень сильный большой человек стоит. Вот сделано. Продаем его, да, сейчас. Ну, я с вами просто там это плечо потирал. Не будет жалко, если он может травмировать. А меня нет. Ты уже проверенный. Смотрите, я сместил, да? Представляете, что это большой человек. Ну, второй этап. Вы тут можете пытаться там залезать, что-то делать. Ну, он не хочет, он действительно мне это, чтобы я руку опускал. И как бы я не хотел, я это не сделал. Герман, пожалуйста, секунду. Вот, смотрите, вот он держит эту руку. Вы понимаете? Она больше и сильнее. Вы верите, что мне очень тяжело будет опустить? Нет, держи нормально. Что мне нужно ее... Видите, представляете, я борюсь, я должен ее опускать, а я вот хочу... Знаете, я плохо сделал, да? Я раз и... Ну какой здесь это, 108-й? И вы обычно что делаете? Вы тоже ап, и начинаете пытаться... И потом, чтобы вы же думаете, как бить... Ах, она еще здесь держится. Пустить надо. Да, мы каждый раз тренируемся. Может быть, вы это тренируетесь, когда скажете, знаете, что вы видите вот такой вот удар, который не должен сместить. Да? Значит, первое, чем вам говорят, чтобы вам сделать второй этап, вот это, то, что вот идет, и вы... Ну, я понимаю, что можно вот еще то, что вы тренируете, это убить руку, да? Ей будет больно. Но это может процесс, как бы выполнение. Миша, что вы тренируете вообще? У вас есть одна такая задача, чтобы что-то сместить, с ним работать. Вот, вы сработали, у вас есть форма. Значит, то, что вы должны тренировать, Герман, держи, пожалуйста. Вы должны тренировать вот, понимаете? Вы должны тренировать вот, все. Рука сбита. Или он перегрузится здесь, либо еще что-то. Понимаете? И каждый раз вы должны тренировать вот этот уровень, вот этой импульсной нагрузки. Рука опустится, поверьте. Любого. Просто вам нужно будет тренировать этот вариант. А, бум, это. Сегодня это он вам, кто вам помогает. Мы ему сделали нагрузку, он убросил. Да, чуть так, вот сбросили, вот. Оп. То есть вы тренируете, бам, бум, все. Значит, у вас здесь тренируется не борьба вот это, опустить и отсюда пытаться. Да, как только это самое назад вернется. Вы, вот, все, тогда можете туда бить. Понятно, да? Это первый этап. А второй момент, то, что вы уже тренируетесь, когда вы сбили и рука пошла вот вниз, вот тогда вы освобождаете этот процесс. То есть все остается то же самое. Есть, кстати, есть рука, вы поняли, да, что нужно, да? И это вас тоже касается. Вам попадается такая сильная рука, вы чуть-чуть. Он, видите, если здесь сила, он или с ней упадет, или что-то. То есть, есть то место, что вам мешает ударить. И вся ваша работа здесь, сначала в этом элементе, это чтобы сместить сюда и сместить второй его уровень. И открыть вот эту вот. Ну просто 108-й вы изначально, да, изучаете как?
Опять же, руки, руки, у нас пока руки. А это мы еще только все тренируем, и тренируем, и тренируем. Потом мы начинаем это в руках, да, тренировать что? Видите, наполнение. Казалось, мы говорим, что делаем тело, да? Но вот видите, что в каждый момент, где мы вот это не делали, да? Если мы рукой делаем против, значит, это, рука может провалиться, улететь еще. Значит, я завожу, но давлю на самом деле тело. Видите, я сюда работаю, но давлю телом, давлю телом, давлю телом. Видите постепенно, что рука-то свободна. Улавливаете, да? Ход я увеличиваю, вот вы начинаете работать. Но в ход я вкладываю. То есть рука движется сама по себе, а сила идет не на руке, не здесь. Это только заполнение формы. А ею двигаем за счет вот этих импульсов в свое тело. Тогда вы понимаете, что мы постепенно тренируем на вот этих выбрасываниях, там еще на чем-то. Мы тренируем вот этот вариант, когда вас даже кто-то схватил, все, человек лежит. А вы выросли, там, можете говорить, что я там из земли вырос откуда-то, что у меня все в земле было, я там этот, как гибкий этот самый, можно оттуда вытащить и взорвать. Но смысл в том, что даже если отсюда будете вытаскивать, сила находится здесь. Да, передача туда, отсюда идет, через ноги, ее балансировку, ее укоренение, все это. Хап, все это вырастает сюда. Далее. Понятно, да? То есть, тогда получается, ваше, если вот такой мячок, типа, да я вот, кручу руки, там, бум-бум-бум, они как яркие. На самом деле, в этот момент вы вложили все вот это. То есть, если это здесь есть, вы все вот этим двигаетесь. Сумбур? Говорит. Вот. Значит, что мы на эту неделю, смотрите. Вот это мы, понятно, да, мы еще будем эти формы все равно это устраивать, комбинировать. Смотреть, чтобы она, например, там не зажалась. Да? Почему? Потому что удара нет еще, просто было движение. Потому что здесь уже включилась более мощная система. Когда она нужна? Нужна уже в принципе, чтобы атаковать. Он почувствовал, что это идет куда-то мимо него, он может проявлять более активность. Ну, пошел уже на атаку. Там, ну, может, попадется на это дело. То есть все вот эти мельчайшие варианты мы еще будем тренировать с вами. Почему? Потому что сам уровень вашей вот этой липкости, и как вот это, руки тогда лежат, и все это самое, он будет вставать еще это, не один месяц, может быть, еще год. А еще там доводиться, как до 4 лет все это доводится, чтобы вы вот так вот это. Но это не значит, что это поможет драке, я скажу так. Драться можно и без этого. Но утонченнее все это делать, это нужно доводить, полировать, как говорится, каждый раз и все равно продолжать это полировать, эту систему. Потому что это один из элементов вот этой гармонии, которую вам объясняю. Можно ее сузить до системы трех, тогда будет там это, сила, блок и какой-то там быстрота. Понимаете, в чем дело? То есть, которую вы наблюдаете в каких-то там жестких школах или еще что-то. А это полировать все равно нужно будет, чтобы опа, прилетели, почувствовали. На самом деле, не только это вы чувствуете, опять же, вы начинаете чувствовать положение, где-то в руках что-то менять. Только что-то напряглось, значит, вы можете пойти. Если вы только почувствовали, что рука здесь стала чуть-чуть, ну, не подвижна, значит, вы можете двинуть. Но опять же, если вы чувствуете, что она заряжена у вас, и она пошла, вам, может быть, достаточно будет чуть-чуть вот включить. Хотя вы сделали это движение рукой, видите, казалось, не рукой, она вот отсюда сила передалась. Вот. Все, сделали. И опять же, слетели быстро, включились только в момент. И вот эти все процессы, которые вы тренируете, там, дыхание, укоренение, все вот эти, они будут автоматически включаться. Хороший человек, кстати. У нас сейчас начинается мучительный этап работы вот этих локтей и понятия вот этого формы. Оп, у нас была до этого, видите, отсюда,
это мы обрабатывали, видите, от себя. Она от себя. Как бы мы тут это не работали, и у тебя вот эта система, видите, она ее, то, что мы сейчас, но теперь мы ее чуть-чуть совмещаем с тем, что вот, повернули, отход пошел. Что у нас делается? Возврат. Замещение в точку прилипания. Опять поворот. Открытие блокировки. Сюда. То есть мы добавляем кусок первой формы, которая будет. Пожалуйста, если нет поворота, можно отсюда принимать. Если вы учитываете, что вы работаете с поворотом, вы можете использовать хоп, возврат на эту часть. Атака отсюда идет. Значит, я сюда повернулся, видите? Вышел, вот. Я ее сразу буду. Я могу не поворачиваться, я поднял, вот здесь я поверну. Вот вы разрабатываете эти варианты, чтобы делать. Если вы хорошо это разрабатываете, да? Значит, считайте, что у вас это больше шансов не поворачиваться. Или использовать это в каких-то более таких целях. Парадоксально, кстати, у Южного Тона люди хуже поворачиваются, хотя больше теоретически тренируют поворот. Они тренируют систему, как раз это, чтобы не вытаскивать локти, а именно работать передними. И самое же интересное, для того, чтобы бороться, да, они это вынуждены, вот, допустим, видите, пока хоп, я начинаю ходить, видите, должен поворачиваться. Вот у нас, мы же тренировали, да? И этот, хоп, видите? Да? Правильно те, кто занимается в этой системе? То есть, по идее, видите, этот поворот должен отработать. Значит, если я здесь пошел, видите, вы восстанавливаете процесс атаки. Вот он, форма восстанавливается. И вот тогда ее смещаете, снова поворачиваетесь. Понятно, да? По-семейному повышается локти, можно использовать, видите, как бы неповоротную систему. Да, я пошел отсюда, видите, взял. Можно даже использовать этот рост туда, еще куда-то. И вот эта есть система, видите, вот, вот то, что вы тренируете. Но тем не менее, практика показывает, что люди возникли лучше поворачиваться и все это. Могу сказать. Почему? И защищать, кстати, лучше. Потому что, видите, я говорю, что разработка вот этого отдела, да, позволяет дать свободу движения. А закрепощение его, видите, вот, ну все. Только так. А где нужно двинуться, еще что-то сработать? Вот это есть, это, опять же, если вы только стали и стоите, и ну, что-то тут это, крутите, да, без всяких наработок. И работают, кстати, там, зверей надо делать, там, ну, ну, полз, более гармонично. Второй момент, что мы сейчас закладываем, да? У нас пошла 108-я, и 108-я, это проблема в том, что это, нам хочется понимать, почему это идет, там, сбив, там, а как бы это сбить так, чтобы эта рука не улетела, тем не менее, будет задача. Значит, активность вот этого корпуса, ног и всего остального должна быть намного выше. Поэтому, еще, кстати, у нас вот эта траектория, да? Ведь руками мы должны отработать, она очень важная траектория. Потому что обычно, когда вы вылетаете где-то, вот, и здесь что-то попало, да, вы не сбрасываете назад. Видите, вы не сбрасываете назад оттяжку локтя. Это факт неотработки этой траектории тоже. А вы пытаетесь выбросить куда-то локоть поставить. Видите, эта траектория должна быть отработана. Вот. Не вот. А вот. Понятно, да? То есть это очень важная траектория. И тем более, опять же, видите, это включение всей вот этой силы тела. Вы можете не плечами не водить, кстати, плечи, запомните, опять же, здесь когда все работает,
Мне очень тяжело сейчас уже, конечно, так изобразить, как вы это подняли, оно где-то плечо гуляет, и силы не имеет. То есть плечи сидят на крыльях. Крылья это тело, и оно легко управляет вашей силой. Все, что здесь остальное, это наполнение, куда вы это хотите их использовать. Но само, опять же, понятие от себя к себе строится. Так форма строится. Так мы это дело крутим. Видите? Сергей, вот что-то. Так мы строим формы, вот, пожалуйста, видите, тоже. Мы их также крутим. Смотрите, вот эти части у нас также работают, без всяких поворотов. Вот. Хоп. Мы выстраиваем эти формы. И рамки. Потом постепенно. И вот она, эта форма. Видите, здесь она устраивается. Здесь надо, здесь сюда будет. Здесь надо, здесь сюда. Обход, вот то, что вы тренируете, раскрыть эти формы. Вот опять же, на плечах не надо дергать. Вот. Это. А это ход их движения, видите? А это ее это, отстройка. Вот. Соответственно, здесь это, вы можете эту форму, видите, работать. Низ укреплять, блокировать. Так же, как здесь, можете тянуть здесь от себя. Вот типичный пример этой формы, когда просто здесь держите, крутите. И, помните, когда поворачиваетесь, вот вы двигаете эту форму. Улавливаете, да? Но здесь также есть еще и процесс вот этого отработки вот этого включения. Хотя на самом деле сюда будет вправиться тело. Если здесь наш бок, хотите здесь. Вы закладываете, ну, вы обрабатываете отработку силы. Где? Вот здесь, здесь тоже надо, видите? И здесь надо, и здесь надо. И здесь надо научиться слушать. Потом то же самое же отрабатывается на этом уровне. Вы грузите круг. Другой слушает друг. Потом взяли, оп, только телом, видите? Только телом чуть-чуть. А если здесь что-то, напряжение там расслаблено, значит, ну не отходите. Оп. Только здесь чуть-чуть. Вот так получается, что в атаке мы где-то идем, что оп, только. Все. Вы отловили эти моменты. Только напряжение здесь. А только здесь есть почувствовать напряжение. Значит, все в порядке, нужно видеть. Вот эти моменты вы начинаете тренировать. Возвращаемся теперь, с самого начала. Где все это у нас? Вот. То есть, опять же, это все раскрытие форм, все эти работы. Поэтому у нас основной приоритет сейчас мы как бы по раскрутам. Это вот эта траектория, да, то, что связано с ней. Все вот эти. Понятно, да? И усиление этой траектории. И, конечно же, тогда наше уже это не 108. А, значит, это уже понятно. Просто не просто вот здесь вот это, а соединение, посадка на тело. Понимаете, в чем дело? Не просто вот это разболтать куда-то, удалось что-то, а каждый раз, когда идешь в тело, потому что вас давят, вы амортизируете, но не просто амортизируете, что вас выкинуло туда-то. Вы амортизируете так, чтобы ветер, ну, все, проиграл. Она должна амортизировать так, чтобы хоп, и в тело это посадить, чтобы вы могли держать баланс. Тогда ваш баланс станет добрым и сильным, а не худым, злым, тощим и таким вот противным. Вот я хотел все сказать, значит. Извините, одно это, все, Сергей, спасибо. Да, плюс мы это, 108-я, значит, третий элемент будем
убивать. Сергей, секундочку сейчас. Вы меня помните потом насчет этого голову и тощего. Снимай, снимай. Да, ты у нас звезда. Потому что живот надо убрать. Вот он гордился, что он везде старается. Наоборот. Вот. Короче говоря, значит, 108-я, да, у нас вот этот дурацкий этот, элемент. Значит, смотрите, в первую очередь, выучить четкие прилеты понятия вот этой защиты. Да? Вы должны понять, что когда рука прилетела сюда, она никак по ней это. Понятно, да? Значит, четкий прилет вот этот на центр. Нам достанется только чуть-чуть повернуть и включить вот эти моменты. Да? Поэтому мы четко оттренировать, потом будет там блокировать. Четко, вот, и смотрите, всей плоскостью. Не делай так. Я повернулся. Да, вот мы делаем блок так. А это что за такое? Если мы делаем блок, конкретно делаем блок. Я хочу еще пояснить. Даже на этой самой средней уровне, да, вот у вас там пытается сразу, опа, зачем делать 108-ю сразу? Продавливание. Если вы делаете блок, вам нужно четко аннулировать, значит, вы должны сработать четко блок. То есть, еще раз, вы четко должны это сработать. Ря, пожалуйста. Хап, его работает, понимаете, в этот момент Сергей работает. Оп. Идем. Хап, работаете. Хап. То есть, вы четко должны этот момент сбил еще. Хап. Вот здесь получается. Никаких здесь этих кручений. В нее четко работать. Здесь, на этом уровне остановился. А, четко. Бам. Бам. Не куда-то туда-сюда. Вот. Здесь приходит на этот уровень. Внизу. Нижний уровень. Вот. Никаких вот этих вот непонятно чего. Давай, пожалуйста. Вот. Вот это. Это все. Не вверх, это не блок, это вы подставляете здесь и пытаетесь что-то от этого сработать. Можете быть уходить, можете что-то еще делать. Вот это вот. Конкретно, если отрабатываем блок, значит блок. То есть рука. Смотрите, вы должны поставить четко плоскость. Этой плоскостью. Швырнуть. Если стать четко. Четко. Не держи, не гадай, работай. Вот. То есть вы должны четко работать. Не какой-то там вход, подбив и куда-то дошел. Или вы работаете четко плоскость сюда, или вы работаете.